Так, ребят, мы вернулись в номер. А, кстати, не показывали даже обзор нашего номера. Ну, потом, может, когда выезжать будем, покажу все полностью. А так, у нас заменили сегодня постельное белье. Полностью заменили полотенце. У нас сегодня пятый день, каждые 5 дней. Уборка вообще ежедневная. Ежедневно протирают полы, выносят мусор. А смена постельного белья каждые 5 дней. Постельного белья и полотенец. Вот мы пришли, и пока нас не было, нам тут все поменяли. Время уже начало 9:00. У нас в 9:00 анимация. Мы только пришли с пляжа. Сейчас быстренько сходим в душ. Возможно, дети еще успеют искупаться немножко в бассейне. Мы сейчас, наверное, уже не пойдем. И все, будем ждать анимацию. Обязательно для вас поснимаем. Не переключайтесь. Перед анимацией искупаемся. Ярик купается. Да, можно. Сейчас мама залезет, и ты пойдешь туда. Вылезай, Ром. Тапки твои? Я уберу тапки. Агу. Так. Что, как вода теплая? Ну, нормально. Я вообще какая-то горячая была. Держись. Все, Ромзакуб, держись. Так, уже почти началось. Навигатор вашего праздника, спутник вашей радости, энергичная и притягательная Алена Дрыдычиха. Встречайте! Кирюха, голова, два уха, давай. Вот ты вот здесь сидим, стой вот здесь, хорошо? Когда я скажу, выбегаешь, не надо раздеваться, выбегаешь, делаешь шпагат, 3 раза колесо и кричишь, я счастлив. Поддержите Кирилла, поддержите. Еще раз аплодисменты, аплодисменты. У нас здесь еще журнал «Мурзилка», вот фотографирует, снимает всех. Да, помашите ему, помашите. А завтра все будете на госуслугах, скачаете, хорошо? А я еще раз выйду и громко визжите, пищите и кричите. Кирилл, стой здесь. Дечка, как зовут? Как вас зовут? Такая хорошая. Венера. Венера, отсюда деньги доставай и бросай в меня, хорошо? Не, ну бывает, что не хватает. Бывает, что не хватает. Здравствуйте, вас как зовут? Отсюда бери тоже вам и бросай, хорошо? Вот тут нужно, чтобы артистам платить надо, Венерскому знаю. Оксаночка, спасибо, с вашего разрешения. Еще раз аплодисменты! Поехали! Зажигаем, хорошо, громко, 3, 4 и... Зажигаем! А вот эта половинка, мы сегодня дружно, громко, 3, 4 и... Мы сегодня дружно! А вы... Зажигаем! Давай наоборот, давай. Гречине, вы сегодня дружно, а мы зажигаем. Хорошо, что-то вот прям слабоватенько, слабоватенько. Боня, какая красота, красота. Вы снимаете меня крупным планом? Так вот крупным планом вы снимайте. Все, спасибо, с вас 5 000 рублей, хорошо? Так, ну что, мы сегодня дружно, громко, 3, 4 и... Мы сегодня дружно! Не обедали, не ужинали и не завтракали.
Зажигаем, одно слово, зажигаем, хорошо? Вы почему деньги не бросали сейчас меня? Да, вот здесь возьми буду. Нет, да. Еще раз, громко, 3-4 и... Мы сегодня... А, дружно. Оксана, давай заряд. О, Оксаночка, такой заряд. Прям молодец. Ну, нормально, все равно получилось. Умничка, нечем, ну молодец. Не волнуйся, все получится. Кирилл, Кирилл, готов там. Все, ну теперь, а теперь аплодируем. Отложите все руки. Все, отложите все свои сумочки, телефоны отложите. Оксанка, что твоя сумка? Что ты сумка по рукам ходит? Ну ладно, все, пускай ходит. Хорошо? Так, все, готовы? Аплодисменты. Давайте аплодируем. Чем больше вы будете аплодировать, тем богаче вы будете завтра. Поэтому все, ваши круга превращают друг друга в миллионеров. О, давайте миллиардеров. Погнали, давай музыку и... Поехали! А если громче, дайте жару! Мы сегодня дружно зажигаем. Я пою, вы помогаете. Сегодня вечер наступил, весело гуляем. Мы сегодня дружно. Счастья и радости сполна от всей души желаем. Мы сегодня дружно. Сегодня дружно. На вечере мы вместе, ух, как погуляем. Мы сегодня дружно. Оксана, давай заряд. Передавай заряд, передавай чем-нибудь. Вот молодец, давай, давай, заряд, заряд. Девочка другой стороны. Венера, давай. Кирюха, беги. Шпагат, колесо. Молодец, аплодисменты. Молодец. И где Кирюха? Ты где? Да, нету. А куда делся стол? Иди сюда. Не до конца еще тебя не пал. Иди сюда. Аплодисменты. Шикарный мужчина. Аплодисменты. Видели колесо? Видели? Шпагат какой был, да? Три раза мостиком сходил. Молодец. А тебе правую руку поднимай. На демографический взрыв положил. Правда, оттуда тоже стреляет, хорошо? Левую руку за голову. Ставь лошадную фигуру Валерию Юрьевичу. И стой, как Боря Моисей, вторая, стой. И вот давай, до Оксанки и обратно. Давай, как прыжки бешеного суслика прошли вперед. Нет, давай. Все, пошел! Давай, вот смотри. Гам-гам ставь, вот эту. Стоп, он без музыки, что ли? Кирилл, тебе так не заплатят, надо музыкально, не надо раздеваться. Все, готов? Пошел! Обратно! Итак, 156 раз. Да, 156 раз. 156. Все. Больше не выпендривайся. Молодец. Аплодисменты. Возвращаю. Шикарный парень. Здравствуйте. А вас как зовут? Такая хорошенькая, молодец. Здравствуйте, пойдемте. Такая. А мы выигрывали сегодня бутылку Хеннесси. Представляете? Будем выигрывать. Аплодисменты. Оксанка, пойдем со мной. Ты такая молодец. Прям умничка. Ну, прям VIP-зона у нее. Прям VIP-зона. Сейчас спецэффекты пройдут. Давайте поаплодируем спецэффектам. Аплодисменты. Так, Оксана, с какой город? О, Петрозаводск. Карелия, значит. Так, гениально. Ваш. Молодец, не орех. Аплодисменты девочкам, аплодисменты. Девочки, вы просто красивые, вы просто молодцы. Гениально. Смотри, я тебе такую тряпочку принесла. О, давайте поаплодируем, девчонки. Давайте поаплодируем. Шикарные. Петрозаводск и Зелена. Зелена. А, молодец. Аплодисменты. Петрозаводск и Зелена. Аплодисменты. Вау, крутые. Так, Зеленоград. С кем приехал? С кем хочешь уехать? Мужа надо найти еще, да? Сейчас найдем хорошенького. Найду прям нормальненького. Пойдемте, хороший. Я помню, идите сюда. А я женат, я помню, иди сюда, не волнуйся. Я помню, что ты женат. Зеленоград, куда вы? Зеленоград, ой, хороший. Посмотрите, какой крутой. Аплодисменты. Откуда пришел? Петрозаводск. О, какие классные петрозаводчане. Давай, стой здесь, Петра. Как зовут? Лёшка, молодец. Лёшка любит жареную картошку. Ты случайно не Воронов фамилия? Лисица. Шикарный. Давай. Гениальный. А тебя как зовут?
Дениска, любишь жарить. Не надо раздеваться, Денис, все это в порядке. Аплодисменты. Лешка, давай сфотографируйся. Светке Лисицыной привет передашь. Светка здесь? Леночка. Леночка Лисицына. Да. Твой на тебя похож. Сейчас. Не-не-не, Дениска не уходит. Дениска не... Смотри, Денис, я тебе вот эту шапочку держу. Это тебе. Это тебе, Лешка. 6 лет не стерильно, все стерильно. Все отлично. Ну что, Петрозавод гуляет, да? Зеленогорск, тоже погуляй, да? Так, вставай сюда, вставай, вот вот просто вставай. Так, грудь вперед. Ой, не надо, ничего не надо. Не надо, все равно не видно, не надо, не подруйся. Руки в боки, руки в боки. Вау, красота! Парень, посмотрите, какие девчонки. Петрозавод, посмотри, какие красивые. А где ваши кони? Кони где твой? Лисица, где твой конь? Где? Я не вижу здесь коня. То ли глупый. Денис, где твой? Сейчас найду, сейчас найду, сейчас. Дам коня. Дам. Держи, это тебе. Это тебе. Сели на коней? Сели на коней? Нет, переверни, Денис, ты че? Там задохнется. Задохнется. Да. Вау, ты вот так вертишь, он уже покраснел у тебя, бедный. А че дрожит? Холодно. Убери руки, убери руки. Руками что? Я не могу. Прям, знаешь, мне прям так, так удивительно. Конь без рук не стоит, понимаешь? Вообще, вот, держи. Руки убери. Лисица, а что у тебя спит? Засыпай. Буди. Буди. Посмотри, ручной. Я тебе сочувствую, у него конь ручной. Дениска, убери руки, не трогай. По-другому. А, гордый. Петрозавод, смотри. Какой гордый конь, а? Руками не трогай. А, ты судья, а по-другому не сидится, что ли, коленки? Все, оттяни вперед немножечко, видишь? Ли? Ты всегда руками, да? А теперь сейчас нам, шашки, шашки. А теперь, о, сабли, у нас рыцари на конях. А теперь сабли, сабли, хоп, на голову. И к соседним девчонкам поскакали, в общем, Петрозавод здесь. Подожди! Чё так быстро? Нормально у тебя. А чё у тебя конь падает, что ли? Ты придерживай. Я просто здесь, я просто инструкцию расскажу сейчас. Инструктирую. Может, тут субтитры бегают у нас. Тут сказка. Субтитры. Бегите, субтитры. А, иди сюда, не волнуйся. Все хорошо. Конь нормальный. Лисица тоже верю в Петрозаводск. Так, у тебя конь уснул. Буди. Опять руками будет. Ты что, мастер, что ли? Сейчас из коня верблюда сделает и прискачет, все. А теперь шашки добежали до девонек. Девонек наперед коней посадили, наперед. И Петрозавод, я бы тебя назад посадила. Места нету, видишь? Вообще, ну вообще нету места, вообще нету. Ты что, коня туда-сюда? Пускай как сидел, как сидит. Вперед! Для страховки. Все, готовы? Девочки, грудь вперед! Ой, не надо, не надо. Не надо, девочки, вы так красивы, не надо. Все, шашки! Лисицын, не промахнись. Твоя та, что в синей тряпочке. Твоя та, что в розовой, хорошо? На старт, Дима, точно поняли? Господи, народ, первый раз так? Да, на глазах уже дым. Молодец. Лисицын говорит, я женат. Все, погнали! Давай! Жало, я тебе коня подарю. Подумаешь, был, зато голубой.
ты же, а это тебе сабля, ты так хохотал, молодец. Давай, это тебе, потому что я не выдумываю, надумал вместе с конем поржешь. Все, держи, это тебе, держи, все, гениально. Ну что, классно, аплодисменты. Ну, девочки, держи, лисицы, давай. Такой хороший, с тебя 5000 рублей, лисицы. Такой вообще прям, я не могу, такой удобный он, даже подпрыгивать не надо. Так, ну что, а теперь мы его, давайте сделаем портрет самого красивого гостя, вот этого замечательного отеля, хорошо? Давай, вот вставайте сюда, да. Иди сюда, Оксанка, еще не разыграли, ну, и сделайте вот так. Вау, вы глаза, ладно? Посмотрите, вот это глазное яблоко, вот это глазное, это зрачок. А это глазное яблоко, это зрачок. Поаплодируйте. Красиво. Делайте большие глаза. Вау. А сделайте узкие, как у китайцев. Не волнуйся, у тебя не получилось. А сделайте бешено бегающие. Чувствуете, что вот в этот глаз 5 капель надо закапать? Чувствуете? А здесь вот примочку на весь глаз. На ночь, хорошо. Ой, сниму, а то тебе так реквизит давит. Ага. Держите глазки. Поаплодируйте глазкам. О, а теперь, знаете, Лёшка, иди правым ухом будешь, иди правым. Не так, Лёшка. Нет, это левое, вот правое ухо. Ухо, вставай. Первый раз вижу, чтоб ухо в глаз давило. В другую сторону. Все, молодец. Дениска, иди. Ой, такое ухо. Что за ухо такое? Давай, ухо. О, ушки. Аплодисменты, ушки. Круто. Просто замечательно. Аплодируем громче ушки. И вы знаете, не хватает, знаете что? Не хватает, очень не хватает. Ой, здравствуйте, вы с кем пришли? Ой, какой хороший. Носа не хватает, чувствую, носа не хватает. Давай, шаг вперед, а то там. И уши тоже вперед, шаг вперед. Ага, давай, носом. Смотрите, какой красивый, аккуратный носик. Шикарный. Поаплодируем. Чей носик? Чей? Ваш на вас похож. Сделай курносый. О, сделай. Это принюхиваешься. Ты, главное, не сморкайся. А то сморкнешься и вообще. Так, сделай горбинкой нос. Горбинкой. О, молодец. Стой так. Все, красиво. Нос. Смотрите, бешено бегают глаза. У меня нос. Что не хватает? Усок. Губ, правильно. Языка не хватает во рту. Посади сюда, малыш. Посади. Иди к своему. Давай. Красота языка. О, какой. А поаплодируйте. Какой город? Ставрополь. Молодец. Иди под нос. Под нос. Глубоко. Иди со рта. Выходишь. Рот раздвинь. Прыгай. Руки вытаскивай отсюда. Вот здесь вот руки вытаскивай. О, язык. Аплодисменты. Язык. Почему гланды не показывает руки? А теперь спрячь язык. Покажи язык, спрячь. Сделай. Молодец. А теперь сделай облизывающийся язык. Смотри, со всех сторон. Вот так идет язычок и облизывается. Облизываешься. Ну, все, молодец. А теперь кончик языка достает до кончика носа. В это время нос принюхивается. Бешено бегают глаза. И ушки на макушке. Все. Дорогие гости, поднимите руку. Девочки, когда скажут, девочки, вы здесь, поднимите руку, вы здесь. А остальные гости, вот самые крутые, вы волосы. Вставайте назад головы, вы волосы. Быстрее, вы смотрите. Ухо, стой нормально. Все. Давай я бриллиант повешу, лисицу. Хотя ты будешь бриллиантом светиться, ладно? Иди вот там и светись, вот тут бриллиантиком вот так. Блести, хорошо, блести. Блести, не выпендривайся, а блести. Не выпендривайся. Ой, ухо сразу закрасивело, все. Так, поаплодируйте. А теперь сделайте волосы выше высоко. Нос принюхивается, язык облизывается. А, руки налево, ты дышь, волосы.
О, красивый. Да браво, ты тыщ. Красота. Спрячьте, спрячьте волосы. Господи, лысая башка. Нет, не надо. Сделайте высоко красиво. А, давайте сфотографируемся. Вот так выглядит самый довольный, отдыхающий здесь. Вот. Круто. Спасибо большое. Отпустите, отпустите. Нос разворачивайте. Стойте здесь. Все, нос вставай, разворачивайся. Встайте, девочки, дети, сразу три замри. Уважаемые гости, давайте поаплодируем. И перед вами выступает орально-вокальная группа «Пипетки». Вот, «Пипетки» выступают. Хорошо. Когда я скажу туда, сделайте шаг вперед. Еще сделайте все шаг вперед. Все. Когда я скажу туда, скачет туда и поет так. Лай-лай-лай-лай. Хорошо? Хорошо. А когда я скажу туда, скачет туда и говорит. Лай-лай-лай-лай. Хорошо? Туда все. Взяли инструменты в руки. Гитары взяли в руки. Лисица, что смотришь? Когда вы последний раз свой инструмент? Не-не-не. Взяли гитары в руки. Все-все. Взяли гитары в руки. Все-все-все. И поехали. Под бурные аплодисменты. Туда. На-на. Цицы, поехали. Аплодируем громче. Кто не аплодирует, тот Филипп Киркоров. Чудо, прелесть. Все. Все, готовы? Поехали. Все, всем готовы? Дети, туда что поем? Лай-лай-лай-лай. Громко. Вот я вам показываю так. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Хорошо? Все, готовы? Хорошо? Будете в жюри сидеть. Смотрите, как они это классно сделают. И мне еще одно жюри. Будьте добры, мужчина, поближе сюда. Будете вместо Гусмана сидеть. Вот, присаживайтесь сюда. Вы будете Гусманом тоже в жюри. А, какой город? Ставрополь. Ой, все со Ставрополя до Петрозаводска. Господи, какая прелесть. Нашел? Поаплодируйте оральному хору «Пипетки». Громче. Лай-ла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 
Вот как вы быстро реагируете. Лай-лай-ла. Сегодня день такой. Ой, ой, мы собрались с тобой. И с самого утра мы напеваем ла-ла. Дудуя. Громче. Громче. Ну что, дорогие друзья, орально-вокальная группа «Пипетки»! Ага, ну самое главное, а теперь вот эти все зрители, давайте вот поаплодируйте, аплодируйте. Эй, вот все зрители, которые с этой стороны, идите ко мне, подойдите ко мне, подойдите. Все-все-все, выходите ко мне. Все-все-все-все-все. Выходите, выходите, выходите ко мне. Все, вот это вот. Вот я вот сюда поставлю вас. Вот здесь вот. Вставайте, зрители, и еще-еще-еще. Теперь Гусман тоже встает. Вот ваша команда против этой команды сейчас будет петь песни, хорошо? А что так стоите с телефонами? Вот у нас Вероника. Вставай, что мы все сидим просто так. Все, встали сюда зрители. Вот вам приятно там? Вы где? С какой команды? Пипетки? Пипетки. Пойдете туда, ваше место все равно не займут. Пойдете. Сейчас оральный хоровое пение сейчас будет. Поэтому вы у меня... Три шага назад делаем и начинает. Без вас. Сенчукова, Господи, пойдем. Как бы без вас, Сенчукова? Вы же нам очень нужны. Все, готовы? Команда «Пипетки», вы готовы? Проиграть? Поверила. Зрители готовы? Выиграть? Ну все, понятно, зрители обязательно выиграют. Так, все, готовы? Хоровое пение? Начинает
посмотрим, кто начнет. Идите сюда, журнал «Мурзилка», снимайте всех крупным планом. Все равно завтра на все на госуслугу будет. Все, поаплодируйте, поаплодируйте. Готовы? Начали. И только припевы. Команда слева и команда справа. Вот этот звук будет означать, что песню добивает команда слева. А вот этот означает, что добивает песню команда справа. Так, вот что нам. Поехали. Первая команда, поехали. Поем, добивай. Ой, я плохо слышу вас. Ой, лисица поет. Вау. Лисица, встань сюда, ты все знаешь. Ну, ничего, справишься. Так, зрители. Слушай, лисица, ты вообще прям такой молодец. Такой вот.
Спасибо. Такой хорошенький, петрозавод скрылит. Светлана Валерьевна, действительно, привет. Все, понял? Так, все, готовы? Погнали! На старт! Не могу, что все поняли? На старт! Внимание! Марш! По одному! Быстрее, быстрее! Любую! Поехали! Дальше, дальше, дальше! По одному! Только держите, смотрите, чтобы один был. Возьмете два, возьмите два. Все, молодцы. В конец команды встаем. В конец команды. Скорее, скорее, под веселый. Все, взяли, взяли, быстрее, быстрее, быстрее. Команда, пипетки. Раз, молодцы, два, три. Господи, откуда столько слов?
Хорошо? Поехали. За мной повторяем. Хорошо? Включите нам музыку. Аплодисменты. Сюда, вот сюда все собираем. Алло, королева пчел. А это моя подружка единорожка. А вы кто такие? Самые настоящие люди? А я думала, бабазяки. И что, у самых настоящих людей даже имена есть? И вы их все помните? Тогда раз, два, три, самый крутой ребенок сюда. Выходи, все, кто помнит свои имена, большой круг становимся. Шоу осталось 25 минут. Ну что, а вы все... Так, всем места хватило? Здесь вот место есть, если что. Идите сюда. Бегите сюда. Вот так. И два шага назад все сделали. Отлично все. Ну что, у вас сегодня громкость высокая с собой? Так, слабовато, слабовато. Надо, чтобы все кричали. Когда скажу 3-4, все начинают просто кричать. Договорились? А мы проверим шумометром, какая у вас громкость. 3-4! Стоп, стоп, стоп. Вот эта девочка не работает. Надо ее... И похлопали друг друга.
Любой фигурой ты замри. Раз, два, три, замри. Вау, какие звезды тут у нас. А это кто? Ульяна. Вот тут балерины у нас. Фигуристы, хоккеисты, супермены. Что за чудо? Горшок? Нормальный горшок. Поехали дальше. Чем родители, но не настолько же. Покажите им суперкласс, покажите им пример, как нужно зажигать на танцполе. Это у нас жюри. Это жюри номер один. Это жюри номер два. Где ваши таблички с номерами? Почему не взяли? Я же вас предупреждала, что надо таблички взять. Ну, как всегда. Итак, ну что, сейчас по очереди будут выходить на танцпол. Кто родители, потом дети. По очереди. И... Дети, вам надо порвать танцпол, чтобы им стыдно аж стало даже, что они танцевать не умеют. Готовы? Родители, рвать не надо, танцпол только. Ага. Что, готовы? И первые у нас на танцпол выходят родители для разогрева. Поехали! Три шага вперед и танцуем. Растут так быстро дети, луна нам ярко светит, и мы не спешим домой. И потом всем сможет доказать, под музыку любую можно классно заниматься.
Давайте поем! Когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя... Танцуем и поем! Косые уже, хорошенькие, молодцы. Итак, все движения за нами повторяем. Но давайте порепетируем. Присели все. Все-все-все присели. 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 Ага, когда скажу раз, два, три, подпрыгиваем и кричим: мы крутые. Раз, два, три, мы крутые. Ну все, поехали. Повторяем все движения за нами. Назад.
еще раз. Поехали. С вами за руки. Шире-шире круг. Столько гостей у Люси на празднике. Цепляйтесь тут. Нет, тебе в серединку. Ты чего? Тебе давно каравай не пели, что ли? Ну что, друзья, вы готовы исполнить каравай для именинницы? Так, повернулись все направо. И поехали. В лесу родилась елочка, в лесу она. Не то? А, точно, в другую сторону же. Повернулись все налево. И поехали. А? На поле береза стояла. Опять не то? Нет, а ты чё, Люсь, как ёлка, как березка тут стоишь? Когда каравай поют, надо... По-всякому тут надо зажигать, а то стала, как ёлка. Давайте, друзья, все вместе, еще разочек. Готовы? Отлично. А мы с вами приготовились. Так, попочки назад. Ты дыши отклячили. Моторчики так завели. Так, на стоп, 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 стоп. А у тебя что, не работает моторчик, что ли? Да ладно. Нормально же. Не заряжалась, что ли? Давай, отключим его. И заводись. О, нормально, все работает же. Все сможешь, стой. Нормально. Тебе ничего платить даже никому не надо. Бесплатно каравай поют. Итак, приготовились? Попочки назад. Моторчики завели. Приготовились и пошли по кругу. На Люсин день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нежины, вот такой шины, вот такой шины. Шикотим Люсю! Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Люсь, я люблю, конечно, всех, но здесь крутится больше всех. Кто это? Ладно, сама давай выбирай. Я люблю, скажи, всех. Я люблю всех. Я люблю, конечно, всех, но... Я люблю... У нее давно день рождения, что ли, не было? Да, всего хорошего, Гил. Давай, еще раз. Ну, я люблю всех. Аплодисменты! Танцуем все вместе с Люсей! Танцуем с Люсей! Люся, давай, зажигай. Калинка, малинка. Подарок. Давайте покричите в гости. Подарок в студию! Подарок в студию! Еще громче и... Подарок в студию! Люсенька, мы тебе дарим эту японскую табуретку. Вау, поздравляем с днем рождения. Присаживайся, твой размер 4XL. Все. Так, девочки поднимают, мальчики считают. Все правильно? Все правильно. Девочки поднимают, мальчики считают. Ну тогда наоборот. Дети считают, папы поднимают. Так, папы, папы, самые три крепкие. Шага вперед. Самые крепкие папы. Что-то нету у нас. Идут, идут. Первый пошел. Мужики. Поздравляем! Поздравляем! Люсенька, Люсенька, вот этот автомобиль твой. Переключай на пятую, поехали. До памятника победы и обратно. Побежали! Давай. Переключай, переключай, давай. Переключай.
поехали за мной. Группа почета! Группа почета! Днем рождения! Прямым рейсом прилетел к нам, чтобы показать вам самое классное огненное шоу. Вы готовы? В целях безопасности, пожалуйста, держите детей, пожалуйста, за руки, чтобы они не выбегали на нашу площадку. Дорогие друзья, и попросим наших помощников выключить свет на площадке. Thank you.
сейчас, друзья, вы увидите дыхание огненного дракона. Вы готовы? Поэтому в целях безопасности я прошу всех перейти на эту сторону, друзья. Давайте вот сюда передвинемся на эту сторону. Держите детей крепче, чтобы на площадку дети не выбегали, друзья. Это опасно. Сейчас мы с вами увидим дыхание огненного дракона. Поэтому приготовьтесь, друзья, будет очень жарко. Поддержите нашего артиста аплодисментами! Вам нравится? Сидите внизу. А теперь давайте громко поаплодируем себе. Ведь если бы не приехали на курорт, праздник мог бы не состояться. А теперь давайте громко поаплодируем.